На разных площадках лагеря развернулись настоящие курсы, позволяющие овладеть некоторыми из навыков профессии. Например, перед ребятами выступили одни из лучших поваров Рязани. Цель какая? Не сколько рассказать, как готовить блюдо, а сколько показать, насколько одно и то же блюдо, которое они видят и знают, и любят каждый день, может преображаться в зависимости от того, какая фантазия у повара. Детям показали, что тот же привычный для всех борщ можно приготовить и подать в нескольких вариантах с блинчиками, розовой сметаной, под крашенный свекольным соком, с добавлением зелени. Научили детей готовить домашний паштет. На другой площадке развернулся мастер-класс врачебной практики. Доктора выяснили, знают ли дети, что нужно делать в экстренной ситуации. Все делали так, как надо. Потом мы одели на детей халаты. У нас был доктор, у нас была медсестра. Тут уже оказывалась профессиональная помощь. Подкладывалась шина, ее фиксировали, переносили в скорую помощь. Ну и все показывали. На всех мастер-классах дети задавали вопросы, включались в интерактивную игру, своими руками прикоснулись к оборудованию, привезенному профессионалами. От презентации следователей-криминалистов ребята и вовсе не могли оторваться. Мне очень интересна работа следователя, всегда было интересно, криминалистов особенно. И вообще, я рассматривал такую возможность в будущем идти, ну, не совсем на криминалиста, но на судмедэксперта, то есть расследовать преступления. Понравилось мне сегодня все здесь. А почему решила пойти? Потому что, ну, мне нравится смотреть всякие фильмы криминалистические. Вот. И всякие преступления интересно. Ну, там. Ребята поняли, что с такими профессионалами, как сейчас, преступнику почти невозможно уйти от наказания. Раскрываемость преступлений при современных технологиях достигает практически 100%. Конечно же, такие мастер-классы интересны как детям, которые могут себя попробовать в какой-то профессии, определиться, возможно, с выбором будущей профессии. Так они полезны и интересны для нас. Потому что, конечно же, общение с детьми – это всегда интересно, приятно, познавательно и необходимо. И, кроме того, мы здесь себе подыскиваем будущую смену. Еще на одной площадке перед детьми разыгралось настоящее представление с эмоциями, яркостью реквизита и настоящей актерской игрой. Здрасте, дети. Здрасте. Свою профессию продемонстрировали работники Рязанского театра кукол. В неумелых руках она будет статичной, а если актер возьмет ее в руки, это будет прекрасное, замечательное зрелище. Она очень красочная, красивая кукла. Вот видите? И она вас благодарит за внимание. Помимо прочего, в лагере прошли и другие мастер-классы. Презентовали свою профессию и сотрудники МЧС. Дети сами могли выбирать, какой мастер-класс посетить. Ведь для многих, особенно более взрослых, это мероприятие может стать толчком к их будущей профессии.